В наших каракатах мы используем трансмиссионную систему торможения. Находится она на переломном узле и работает по принципу торможения с суппортом ступицы, и остановка происходит за счет трансмиссии, то есть, собственно, поэтому она так и называется. Однако при продолжительных затяжных склонах, да, возможен перегрев данного узла, и эффективность торможения значительно падает. По нашему опыту и опыту вездеходчиков рекомендуется установка дополнительной тормозной системы. В данном случае это дисковые тормоза. Устанавливаем мы их на передний мост, и этого, ну, в принципе, в целом вообще достаточно. Вот. Но по вашему желанию мы можем установить дисковые тормоза и на задний мост. Мы выбрали дисковые тормоза, потому что они более эффективны, они не подвержены воздействию воды, они сами себя подсушивают, да. При спусках, конечно же, вы можете включить пониженную передачу, да, элечку, и потихоньку спускаться. В принципе, оно правильно, оно так и есть. Но мы делаем управление вездеходами более простым, схожим с управлением обычным легковым автомобилем.